Казино и гостиница Алтай Пэлас. Не только прекрасное место отдыха, но и прекрасный пример того, как можно применить ландшафтный камень. Здесь, кстати, по всей территории ландшафтная архитектура просто, ну, очень классная. Очень много применено природного камня. Много здесь знакомого камня, который мы поставляем. Поэтому этот пример пусть вдохновляет вас, наши уважаемые подписчики, на то, чтобы в том числе у себя в своих коттеджных поселках, в коттеджах, возможно, в каких-то крупных застройках и у крупных застройщиков применять вот такого рода валуны, вот такого рода ландшафтный камень. Смотрите, как красиво. Просто шикарно. Смотрите, представляю вашему вниманию простой пример оформления входной группы ландшафтным камнем. С одной стороны у нас большой валун стоит, дорожка, входная группа в зону отдыха, в бассейна. И второй, со второй стороны, большой ландшафтный камень. Получается, как будто бы две горы, и между ними такой пещера такая, куда мы заходим и попадаем в зону отдыха, в бассейна. Очень круто. Просто и со вкусом. Дорожка отсыпана мраморным известняком, гаунтованным. И по бокам тоже мы видим зелень и ландшафтные валунчики.